Телеканал КРТ представляє. Чи має Володимир Зеленський визнати результати виборів Білорусі? Тут виходить така странна ситуація. Він, вроді би, ще ніяк не відреагував на поздравляти чи не поздравляти. Ну, він точно не поздоровив, давайте так говорити. Вот. Він висловив заяву. Но. Із того, що сьогодні з'явилось в сіті, поки ще я не перевіряв, це тільки-тільки. Батько признали нон-грата Євросоюз. Вслед за этим Зеленский тоже заявил о невъездном Лукашенко в Украину. А еще раньше наш президент давал советы Лукашенко, как себя вести в подобной ситуации. Ну, это, по крайней мере, странно. Это как бы двоечник кого-то там поучал, как надо учиться. Тот тоже может быть не отличник. Но, во всяком случае, не двоечнику рассказывать кому-то, как себя вести. Поэтому... Тут есть еще одна такая деталь. Ну, Украина ведет себя, во всяком случае, пытается вести себя, как большая страна, весомая, которая вот идет в фарватере остальных. Но Чехов еще когда-то говорил, что Бог создал больших собачек и маленьких собачек. Каждая должна лаять тем голосом, который Господь Бог ей дал, и не стесняться существованием больших. Так вот, Беларусь, в отличие от Украины, она вот эта маленькая собачка, которая изначально лает своим голосом. Хорошо у нее получается или плохо, но это все идет в сравнении. Вот в данном случае уже идет сравнение. В целом, конечно же, ситуация в Беларуси была значительно стабильнее. Они сохранили, в общем-то, инфраструктуру, оставленную так, я разумею. Советским Союзом. И так или иначе, это была достаточно спокойная жизнь. Давайте подивимось видеозапис... Пані Тихановської. Я готова прийняти на себе відповідальність і виступити в цей період в качестве національного лідера. З тим, щоб страна успокоилась, вошла в нормальний ритм. Щоб ми освободили всіх політзаключених і в кратчайші сроки підготовили законодательну базу і условия для організації нових президентських виборів. Реальних, чесних і прозрачних виборів, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом. Помните, Тихановська не назвала себя президентом Беларуси. По-друге, если она национальный лидер, то почему она находится в Литве? Дело в том, что там осознанного понимания, чего они хотят, нет. Это вот мне напоминает наш Майдан, когда вот в данном случае сравнение... Не, он трошки відрізнявся, перепрошую. Я хотел бы закончить, я же вас не перебивал. Вот когда стояли неделю, и на морозе хриплыми глотками кричали «лидера давай». Какого лидера? Непонятно. Вот лидера давай. И лидера они себе представляли как некую такую мифическую фигуру, которая придет и скажет человеку, чего этот человек хочет. Ну, как в еврейском анекдоте. «Изя, быстро домой, я замерз». «Нет, ты хочешь кушать». То есть человек неосознанно, он не может сформулировать свою волю. Ну, але люди виходять, мы бачимо, да? Тобто є таке емоційне збудження. От именно эмоциональное. Ну, как только эмоции пройдут, я вот нашему одному очень эмоциональному командиру говорил, он говорит, вот так, и утром будет другая власть. Я говорю, окей, утром будет другая власть. А днем люди захотят есть. Ты чем их накормишь? Он говорит, вот это ж вся беда. Сергей, а дивіться, а на вашу думку, а позиція Росії, як виглядає в цій історії? Чи не виглядає так, що Російська Федерація трошки ображена на Олександра Лукашенка? Ні, для Росії вот эта ситуация, она крайне удобна. Для России крайне удобно иметь вот именно независимую Беларусь. Они бы давно уже могли сделать все, что угодно. Смотрите, из 42, по-моему, миллиардов внешнего долга Беларуси, 30 миллиардов – это долг России. Но в отличие от наших друзей МВФ, Россия за этот долг не берет с них проценты. Они должны 30%, окей, это никак не отражается на их ВВП.